Уважаемые друзья, прежде чем перейти к самому ролику, большая просьба в комментариях под этим видео поставьте цифру, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо и подписывайтесь. Поехали! Что бы ни произошло с двумя римскими командами в чемпионате Италии, встреча между ними всегда событие. Ювентус в этом туре теряет очки, игрок покидает поле, но обо всем подробнее. В прошлом туре Ювентус разгромил Дженуа 4-0, а Рома, забив Пескаре 4 мяча, также умудрилась один мяч пропустить. Пескара оформляет отъезд из серии А. Возвращаемся к 34-му туру. Кому интересен предыдущий тур, подсказка будет вверху экрана. Аталанта сыграла в ничью с Ювентусом в этом туре со счетом 2-2 в домашнем матче. У Ювентуса отличился Дани Алвес и еще один мяч забил Леандро Спинацола, отправив в свои ворота. В следующем матче Ювентус 6 мая сыграет с Торино, который в этом туре сыграл в ничью с Сампдорией 1-1, до этого победив в двух последних турах. Лацио одержала победу над Ромой в римском дерби со счетом 3-1. На 90-й минуте матча с поля был удален защитник Ромы Антонио Рюдигер. В следующем туре Рома в гостях сыграет с Миланом 7 мая. Это будет центральный матч тура. Напомню, что в чемпионате Германии уже определился чемпион. Подробнее смотрите ролик, посвященный Бундеслиге. Также подсказка будет вверху экрана. Палермо отсрочил свой вылет из серии А. Вряд ли команда сможет победить во всех оставшихся матчах, чтобы спастись. Но подпортить сезон фиалкам команда сумела 2-0. Фиорентине о Еврокубках можно забыть до следующего года. Дженуа продолжает лихорадить, ведя по ходу матча в счете. Команда уступает в родных стенах Киева 1-2, который также гарантировал себе место в серии А. Матч Кротоны и Милана играл большую роль для обоих команд. Хозяева долгое время были безнадежными аутсайдерами, но к концу чемпионата стали набирать очки и приблизились к 17-му месту. У Милана же все еще остались шансы на место в Лиге Европы. Милан, пропустивший первый на 9-й минуте, смог отыграть лишь один мяч, 1-1 в итоге. Эмполи продолжает ходить по краю и давать надежду Кротоне. На этот раз в родных стенах команда без вопросов уступила Сассуоло 1-3. Забил даже подзабытый Матри. Пескара уже оформила вылет и наслаждается последними матчами в элитном дивизионе. Кальяри же может вздохнуть спокойно, команда обеспечила место в элите на следующий сезон. В итоге 1-0. Напомню, что в чемпионате Англии тоже есть команда, которая покинет премьер-лигу. Подробнее в ролике, ссылка будет вверху экрана. Ганский полузащитник Пескары Сали Мунтари покинул поле во время этого матча после выкриков болельщиков в свой адрес. На 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на выкрики с трибун. Ну вы поняли, имеется в виду о цвете кожи. И попросил приостановить матч. Арбитр в ответ показал ему желтую карточку, и 32-летний футболист покинул поле в знак протеста. А вот Болонья взялась за голову и сделала хороший задел на будущее. Удинеза особо не сопротивлялась разгрому, ведь зебрам в этом сезоне уже никуда не сдвинуться с середины таблицы. Наполи обыграл Интер со счетом 1-0 в гостевом матче и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 8 матчей. Без сомнения, центральный матч это Милан-Рома. Также сыграют в туринском дерби Ювентус-Торино, Наполи сыграет с Кальяри, Удинеза ждет в гости Аталанту, Пескара, Кротона, Эмполи, Болонья, Сассуоло сыграет с Фиорентиной, Дженуа с Интером, Лацио, Сампдория и Киева, Палермо. В турнирной таблице за 4 тура до конца чемпионата Рома занимает второе место, набрав 75 очков и 9 баллов проигрывает лидирующему Ювентусу. Лацио с 67 очками идет четвертым, на третьем месте Наполи, у которого 71 очко. Аталанта 5-я, 64 пункта у команды. Напомню, первые три команды чемпионата сыграют в Лиге чемпионов. 4-я и 5-я в Лиге Европы. В зоне вылета Кротоне. Команда на 18-м месте, 25 очков. Палермо на 19-м, 19. И Пескара на 20-м месте, 14 очков. Команда 100% сыграет в серии Б в следующем сезоне. В списке бомбардиров здесь большая плотность. У Джека 26 забитых мячей, у Белотти 25, у Икарди 24, столько же и у Мертенса, у Игуаина 23. Так что здесь еще все впереди. Смотрите каждую неделю выпуски, посвященные чемпионату Италии. Если этот выпуск вам понравился, смотрите также ролики, посвященные чемпионату Испании, Англии, России и так далее, которые найдете на нашем канале. Всем пока! Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.